Увидеть макромир есть возможность у посетителей галереи современного искусства «Шестой этаж». Там открылась выставка фотохудожника и удивительного человека с широким кругозором Михаила Голикова. Его работы позволяют увидеть романтику и красоту даже в самых обыденных вещах – лужах, коре деревьев, листве или узорах на стеклах. Здесь есть диапазон от просто увиденных в макросъемке красивых вещей, ну таких как снежинка, например, да, или узор мороза на стекле, до каких-то таких вот опытов, которые превращают реальный мир в абстракцию. Потому что ведь на самом деле вот стратегия такая современного искусства – реальный мир превратить в нечто абстрактное и сказать этим что-то как бы новое и универсальное, вот как черный квадрат. Да? Вот. И поэтому, мне кажется, Михаил Васильевич в ряде, по крайней мере, случаев очень удачно делает черные квадраты из, ну, например, разводов на лужах или пятен на стенах. Михаил Голиков по образованию врач, работал иглотерапевтом и параллельно изучал восточные практики. Именно Восток открыт для фотографа новые горизонты и источники вдохновения. Его работы занимательны и познавательны. О предостаточном воображении в узорах можно увидеть горы Тибета, бури в пустыне или космические пейзажи. Эта цель и есть выявить вот эти вот необычные вещи в обычном. Вот так. Я увлекался, да, сейчас увлекаюсь восточными искусствами, поэзией, живописью, в том числе китайской. Вот. И там как раз вот нечто подобное есть, то есть открывает в простом, даже в ничем, то есть в пустоте, открывает какие-то истины, может быть, даже философские. Больше всего фотограф любит изучать узоры на окнах. Им и облакам посвящена значительная часть творчества автора. Летом Михаилу Васильевичу тоже есть чем заняться. Все свободное время он проводит в лесной глуши, ищет вдохновение у главного художника природы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.